Я работаю на должности видеоинженера уже 10-й год. В 2008 году, в далеком 2008 году я пришел на работу, устроился. Я на тот момент просто показал то, что я умею делать, и, видимо, впечатлило. И меня взяли на работу, и с тех пор я работаю на этой должности. Нас работают здесь трое, мы ходим по сменам. Мы первый приходим и последний уходим. Наши обязанности – это составление эфиров, монтаж программ. Мы следим за эфиром, чтобы была картинка, был звук, чтобы не было никаких ненужных моментов, чтобы оперативно решаем какие-то проблемы, которые возникают с компьютерами, с проводами, с видеофайлами. Для меня это начиналось просто как хобби, как увлечение, и которое в итоге переросло в мою профессию. Работа интересная. Она безграничная по каким-то своим. Постоянно можно находить в ней что-то новое открывать для себя. И, в принципе, эта профессия максимально, так сказать, позволяет открыться творчески.